Из-за нашей сильнейшей влажности не хотелось очень яркий аромат, поэтому я выбрала вот такой вот аромат от Yves Rocher, Plein Soleil. Да, вот столечко у меня уже осталось от него. Кстати, сколько здесь? 4 мл, да, а кажется, что вроде бы больше. Этот ароматик у меня был в адвент-календаре. Кстати говоря, очень классный, очень приятный. Я не знаю, может быть, кому-то он покажется и более яркий, чем легкий, но мне вот сейчас он как раз. Кстати, у меня есть еще что-то похожее, ночной. Эти цветы называются катарантус. Очень красиво цветут, вообще на вид вроде как искусственные, но это все натуральное. Зеленые листочки, эти красивые цветочки. Так как сегодня четверг, выбрала масочку от Виленты, которая называется «Активный четверг. Маска для лица после занятий спортом с пионом и черникой». Сегодня 1 сентября, был очень такой активный, насыщенный рабочий день. А так как я еще успела вечером позаниматься немного спортом, эта масочка как раз успокаивает, питает и увлажняет. На себе показывать не буду, так я уже показывала маски Виленты и не раз. Обожаю их, просто обожаю. Очень у них приятный аромат, и все виды, вот неважно там, да, или воскресенье, понедельник, вторник, среда, неважно с каким эффектом маска, они меня все устраивают на все 100. Новый день, новая локация съемок, так как дети мои еще спят. И сегодня иду я на работу вот с такой помадкой от MAC в названии King Salmon. Очень такой красивый, между рыжим и каким-то розовым. Очень кремовая, особенно сейчас, когда у нас влажность, это просто капец. Невозможно, да, ничего не накрасить, невозможно ничего одеть. Очень сильная влажность. Надеюсь, что она скоро пройдет, потому что, ну, все лето такой влажности не было, как сейчас. Жара – это одно, а когда это влажность, это просто невыносимо. А сегодня вечером я решила использовать ароматик от Yves Rocher, уже в названии Cœur de Nuit, ночной вариант, также 4 мл, сделано во Франции. Также этот ароматик был в адвент-календаре, мы, конечно, тогда прикупили шикарный адвент-календарь с такими хорошими, почти полноразмерными продуктами, ну, по крайней мере, было достаточно на двоих попробовать, и даже на трех, а то и на четверых. Но мы поделили все пополам, что-то мы попробовали, да, поровну, один и тот же продукт, сначала одна попробовала, потом половинку, вторая. Вот, были такие продукты, например, которые я, например, ну, не люблю, да, блески для губ, так блеск для губ, например, ушел моей подружке, а что-то ей не подошло по цвету, поэтому ушло мне. Короче, мы очень хорошо поделили этот адвент-календарь из 25 продуктов, все остались довольны, все попробовали, было шикарно. Кепочку я получил. Красиво. Главное, что душу греет. Такой вот. Да. А как он здесь появился? Вообще непонятно. Его никто сюда не... Не, сам слез откуда-то. Смотри, какой, а? Прикольно. А почему он не прячется? Прячется, он сейчас залезет куда-нибудь на дерево и будет там ныкаться. Я не знаю, он боится, вот почему он так идет. Стараюсь делать месяц люксовых помад. Поэтому сегодня иду с помадкой от Bobbi Brown в названии Downy Pink 01. Кстати говоря, в описании помады написано кремово-матовая помада. Вот это я впервые увидела. Что значит кремово-матовая? Так она кремовая или матовая? Или матовая, которая ложится кремово? Но, тем не менее, очень такой интересный цвет. Лилово. От лилово к засушенной розе. Я хочу сказать, что такая помадка подойдет под многие-многие макияжи. Вот такая вот она симпатяшка. Тоже пулька красивая. Но, к сожалению, само название помадки есть или на попке, или на колпачке помады. А мы сегодня гуляем по парку Лахиш. Что-то сегодня прям, ну, реально мало людей. Видимо, начался учебный год. Все отдыхают, все устали.
Наша, как я говорю, речка вонючка. Так красиво постригли кустики вдоль берега. Сейчас так все аккуратненько. Там вдали катамараны наши стоят, но почему-то сегодня они не хотят работать. Не знаю, что-то вдруг они тоже не работают. Тоже, наверное, устали от учебного года. Тут наш мини-зоопарк. Козлики разного вида. Козлики, Бэмби, страусы. Наши козлики. Вот это мы их все время подкармливаем. В течение недели собираем всякие там овощи, фрукты, какие-то булочки, кусочки хлебушки. Потом в конце приходим их кормить. Вот. А напротив у нас морской школы. Тут есть специальный вот такой вот спуск с домиком. С этого домика можно наблюдать за птицами, которые раньше здесь жили в камышах. И здесь было такое как а-ля озерцо. Но я вижу, что все камыши что-то срезали. И воды совершенно нет. Сейчас мы спустимся, посмотрим. Но вообще сюда очень много прилетает перелетных птиц. Заходим в беседочку. Тут есть лавочки, можно посидеть. А можно детей поставить на лавочку или самим на колени. И вот в такое вот окошечко наблюдаете за птицами. Кстати говоря, не раз видела тут с такими фотоаппаратами, с большими объективами и фотографировали. Потому что вон напротив, там тоже вон огромные камыши, огромные заросли. И там вот гнездятся тоже много-много птиц, включая и попугаев, таких больших, зеленых, красивых. Но сейчас, видимо, им жарковато, они сейчас все припрятались. Они, наверное, летали или рано утром, или вечером уже на заходе солнца, они все летят куда-то. Вот, а если продолжить вот туда по тропиночке, то мы выйдем к морю. То есть это речка, которая впадает в море. Чем поднять настроение, как не какой-то блестящей, красивой бутылочкой? Выбрала на вечер вот такой вот аромат от мужчина Gold, Fresh Gold. У меня есть такой же и розовый, и голубой, и золотой. К сожалению, крышечки у меня здесь нету, так как покупала его на морском привозе. Хотя у меня здесь вот есть и антикрашка. Но по весу, девочки, по-моему, он реально-реально полный. Просто полный. Так как он золотой, ничего не видно. Но он полный-полный. Ну, как бы я уже сегодня, это мой третий, наверное, раз только где-то им пользуюсь. Очень приятный, очень свежий. Очень вкусные. Вот все вот эти три аромата мне очень нравятся, но они более такие от легкому к среднему. Ну и, конечно, смотрите, какая красота. Оформление. Поставить их все три рядышком на полочке, будет очень симпатично смотреться. Сегодня я решила использовать свою новинку от MAC. Большое спасибо Лере Forever за чудесный подарок. К сожалению, не подскажу вам номера, так как тенюшки приклеены. Но они мне очень-очень напоминают вот эти вот тенюшки от Yves Rocher в номере 11 под названием Nude Rose Brut. Очень-очень похоже. Но есть одна, как бы, да, отличие, то что у MAC они немного более нежные, а у Yves Rocher они более такие темненькие, более насыщенные. Но в принципе они могут быть аналогом друг друга. Ну, я думаю, что, наверное, Yves Rocher немножко дешевле, чем MAC, поэтому, в принципе, можно прикупить, да, Yves Rocher вместо вот таких вот двух тенюшек от MAC. Но я сейчас ими красилась, такие нежные, такие прям шелковистые, я бы сказала. Как вы видите, уже пользуюсь ароматиком от Faberlic, название Desirable, но все никак вам его почему-то не показываю. Он, да, у меня в использовании. И знаете, это такой ароматик, вот, например, если надо что выскочить или быстренько попшикаться, вот это оно у меня стоит как раз под рукой. Каждый раз буду выбирать вот такой вот один ароматик, что если я куда-то не успеваю или не знаю, чем пшикаться, буду использовать вот такие вот ароматики. Сейчас это у меня Faberlic Desirable. Кстати говоря, здесь, по-моему, всего лишь 50 мл. Но такой хорошенький, миленький, подходит на разные случаи. Вчера только началась рабочая неделя, а сегодня я уже... У меня уже выходной с помадкой от Kika в названии Velvet Passion в номере 315. Решила все-таки, девочки, даже по выходным пользоваться помадами люкс, хотя бы вот этот первый такой осенний месяц. Кстати говоря, на губах я сейчас обратила внимание, что эта помада полный аналог помады Faberlic. Или вернее сказать, Faberlic полный аналог этой помадки.
А вот и мои две помадки. Справа это у меня помадка от Kiko. И слева это у меня пробничек от Faberlic в номере 409-77 или 405-77. На руке они, может быть, чуть-чуть, да, как бы отличаются. Может быть, Kiko справа уходит немножко в розовинку, но на губах это, ну, реально очень и очень похоже. Так что вот вам замена дорогому Kiko более дешевой помадкой от Faberlic.